Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Рано или поздно перед каждым из нас, кто ведет свои каналы на видеохостинге YouTube, встает вопрос, как можно исправить загруженный ролик путем удаления только одной его части. В общем, отрывка. Перезагружать ролик, мы обязательно на этом потеряем часть просмотров. И чтобы, как говорится, были и овцы целы, и волки сыты, можно удалить часть файла в редакторе YouTube. Если не знать некоторых тонкостей, то многие пользователи не знают, как это сделать. А все из-за несовершенства самого редактора. По моему мнению, разработчикам нужно еще над ним поработать. И по просьбе канала Ира ТВ Билла Церква, я покажу, как вырезать кусочек нашего видео. Поехали! Открываем главную страницу вашего канала. Кликаем по кнопке «Управлять видео». Выбираем нужный ролик, который нам нужно отредактировать. В левой колонке находим вкладку «Редактор». Открываем. И вот перед нами видеоредактор YouTube. Как видим, кнопка «Сохранить» имеет серый цвет. А это значит, что действия с ней еще недоступны. Да это и понятно, ведь мы еще ничего с роликами не делали. С другой стороны, многие пользователи, что бы ни делали с видео, эта кнопка так и остается нефункциональной. И это многих вводит в ступор, а потом забывают об этом редакторе навсегда. Ну да ладно. На таймлайне или медиаплеере ищем тот отрывок, который нам нужно удалить. Ставим бегунок на начало нужного участка. Далее кликаем по кнопке «Обрезать». В появившемся снизу окне кликаем по кнопке «Разделить». Теперь на месте выбранного участка появилась синяя вертикальная линия. После этого ищем границу окончания выбранного отрезка. Ставим медиаплеер на паузу. И снова кликаем по кнопке «Разделить». Как видим, теперь у нас появился участок, который нам нужно вырезать. Курсором мышки подхватываем одну из линий границ и подтягиваем ее к другой. Теперь удаляемый участок выделен серой зоной. И только когда мы кликнем по кнопке «Посмотреть», наконец и активируется кнопка «Сохранить». Для более тонкой настройки можно посмотреть ролик и при необходимости сдвинуть границы обрезки. Когда у вас все будет готово, то жмем на «Сохранение». Страницу можно закрывать. Хочу сразу предупредить, что редактор YouTube работает очень медленно. Удаление отрезка может происходить до 2-4 часов. Поэтому теперь вы можете заниматься своими делами. А у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Всех уважаю и люблю. Ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.